Сегодня проходит акция, приуроченная ко Дню Победы. Мы помним, мы гордимся. Все факультеты показали свое видение войны. Четырнадцатого октября в Мордовском университете состоялся второй этап юбилейного смотра конкурса «Лучшая академическая группа», который проводит правком университета. Девиз этого конкурса «Мы славим традиции», поэтому мы решили большой блок уделить 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 13 групп участников с разных факультетов и институтов Мордовского университета сейчас принимают участие в данном конкурсе, и они уже прошли один этап, это квест. Квест был посвящен блокаде Ленинграда, где участники на станциях не просто давали задания нашим конкурсантам, они отыгрывали это все в театрализованной форме. Слава подвигу нашего народа! Героизм, храбрость, бесстрашие, самоотверженность людей, которые сделали все для победы, вызывают только восхищение и гордость. Вчерашние выпускники, девчонки и мальчишки уходили добровольцами на фронт, едва покинув школьные стены. Война была, она осталось в нашей памяти, и мы были обязаны почтить память всех погибших, память всех, кто выжил в этой войне. Мы помним, мы гордимся. Военные песни и стихи, которые исполняли участники конкурса, тронули до глубины души. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в салопчике плисовом, весь белым, как насмерть, одетый старик. Ну что им сказать? Чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала, родимые. Каждый из участников старался передать всю боль и скорбь за тех, кого уже не вернуть. Мечту пронесите через года и жизнью наполните, но тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Берлин, весна 45-го года. Конец войне, конец смертям, конец страданиям матерей, начало новой жизни, мирной, без потерь.